Давай, сейчас пойдем посмотрим. Так, со мной кто-то хочет трейдиться, со мной кто-то хочет. Давай. Давай. Ух, нифига себе, он 3,6 мне кадал. Давай, трейди. Спасибо, бро. Спасибо, Фрости какой-то, спасибо. Офигенно, слушай, давай тогда сейчас я быстро гемок подобываю. Ух, ничего себе, у меня водопад гемок выпал. Ой, лучше хочется на, и у меня только такой вот. Нифига себе, 47-ка. Привет, ребята, YouTube в последнее время часто отписывает от канала. Очень важно, проверьте у себя подписку на канал, но еще важнее поставить колокольчик на все уведомления, как на видео. Эгегей, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV. Мы с Кирюхой сегодня играем в Roblox симулятор питомцев X. Всем привет. Это Кефир, бро, это Кирилл, да. Кто-то спрашивает в комментариях, кто это такой, это мой сын, ребят. В общем, какие-то симуляторы питомцев, не знаю, кого выбрать. Я зайчика, наверное, выберу. Окей, выбираю, что дальше, тут что-то мне еще надо нажать. Вау, у меня есть зайчик, питомец, что делать, давай рассказывай, я первый раз в этом симуляторе. Так, короче, надо вот отправлять пэтов, чтобы собирать монеты, вот, нажми на вот, на монеты. Так, окей, кликаю, и он, ничего себе, как долго. А что здесь такая? Хочешь прикол? Смотри. Ну. Бам-бам-бам, и все. О, мне 65 монет дали, ладно. Так, у меня один пэт, а сколько пэты стоят? 300? Ничего себе. А, вот деньги, их надо собирать, оказывается, еще бегать. А у тебя что за пэты? Так, у меня стоит Зевс, который наносит 66к урона, много. Потом 199 урона, 63 и 62. Нифига себе, а у меня пэт сколько? А, один урон он наносит, серьезно, жесть. Давай ты лучше мне поможешь прокачаться, чтобы я быстрее насобирал деньги. Ты нажми и быстро уходи. Ну, или, да, и как-то убегай, может, не знаю. Я могу их собирать. Потому да, что да, ты собираешь, ты должен нажать и отозвать их, видимо, быстро, чтобы они помогли мне. Пошли, да, я вот тебе здесь покажу. А, здесь? Ага. Сейчас. Куда пошли? Давай, может, ящичек какой-то поможет мне подать? Так, что дают гемы? А за гемы можно прокачивать пэтов. Типа скорость там и все вот это все духе. Но я могу одного пэта поставить какого-нибудь. Может, ты мне пэта просто подаришь одного? Давай. Да, я могу. Сейчас я поставлю тогда своих, которые у меня были. Что ты мне? Вот это. О, вот тут нормальный пэт. Все, вот я готов это забрать. Вот это. Вау. Ничего себе. Вот это. О, 200 с чем-то, конечно. Давай, все, я нажал. Так, все, окей. Так, вот этого, значит, я отключаю, а вот этого включаю. Во! Вот сейчас нормально. Во, хорош! Ты посмотри, как сразу все пошло, ребята. Смотри, как я. Я тут чуть-чуть поиграл и открывал вот эти яйца и специально, чтобы ты прокачался. И вот. Ох, жесть, ты посмотри, сколько у меня монет! Офигеть, а ты открыл какую-нибудь локацию уже? 10 тысяч надо, чтобы следующую локацию открыть. А, я уже несколько открыл, я уже даже... Вот, смотри, сундук тут. Тут за него много монет дают. О, давай, пойдем. Давай, в сундук. А сейчас ранги, у меня ранги растут. Вот, тут много тебе монет дают. Да, я не знаю. А, вот, видишь, там рядом с алмазами там. Видишь, там есть такая штучка. Угу. Вот у меня про стоит. А у меня стартер написано. Стартер, я какой-то стартер, видимо, я машину могу заводить. Ладно, а гемы что дают? А гемы, вон, я же говорил, то, что можно прокачивать этих пэтов. Да, так, ну давай телепорт. А, 50 рубаксов всего лишь телепорт, ну давай телепорт я взял. Вот. Так, и что теперь? И теперь нажимай, вот это все твои. А, твой и все, к магазину, да, смотри, да, отлично. Да. Так, а какие тут можно, ты какие покупал? Я покупал, у меня, иди за мной, вот, я так тут, я покупал вот это за, тут написано 3 миллиона, а я вот эти покупал. О, ничего себе, за 3 миллиона, не, мне тогда на следующую локацию надо перейти. Потом... А, иди лучше на следующую локацию, я уже локацию купил за 1 миллион. Смотри, ну у меня здесь вот за 9к можно купить. Давай, открывай. Ну-ка, давай, я куплю за 9к, ребят, сейчас это какого-нибудь, хоп, о, золотой пигги мне выпал. Ну, это фигня на самом деле. Да? Да. Там мало урона. А смотри, у меня задание 3 яйца надо открыть. Да, вот все выполнил. Я выполнил квест какой-то. Golden корова какая-то золотая. Так, а ты там можешь шанс посмотреть? Ну, они маленькие, слабенькие. У тебя хорошие пэты. Ну да, эти пэты, которые я купил, короче, это вообще дерьмо какое-то. Вот я даже за 3 миллиона, которые покупаю, там тоже дерьмо какое-то. Вот мне вот этот челик подарил, вот этого сильного пэта, он хороший, пипец, я не понимаю, где он его прокачивал.
Ну, наверное, в следующих локациях надо открывать. Так, короче, мне надо 10 тысяч накопить, видимо, да? И что, пошли в следующую локацию тогда откроем? Монеты фармишь, и там можно... Мне кажется, в первой части можно было в космос полететь. Я думаю, тут тоже можно. Во, открыл следующую локацию. Нифига. Смотри, видишь вот этот апдейт? Ага. Заходи в него, там а ты можешь выбрать за эти, как его, за алмазы. Прокачивать пэтов. Прокачай что-нибудь у них. Давай, сейчас пойду посмотрим. Так, со мной кто-то хочет трейдиться, со мной кто-то хочет. Давай. Давай. Ух, нифига себе, он 3,6 мне кадал. Давай, трейди. Спасибо, бро. Спасибо, Фрости какой-то, спасибо. Фрости пэтс. Все. Спасибо. Это кто-то из подписчиков, видимо, да? А где он? Я его не вижу даже, он где-то здесь, видимо, есть. Ладно. Он тут бегал, он в начальном локации. Трехтысячная, так, тогда вот этого отключаю, вот этого включаю, и вот этого отключаю, вот этого включаю. Ух, спасибо, бро. Здорово, бро, спасибо тебе. Спасибо за пэтов подаренных, классно. Привет. Привет тебе тоже, привет, в видосик попал. Короче, подписчик вам подарил, смотрите, мне пэтов таких офигенных. 3,6к, а у тебя сколько пэтов там? У меня 6к. Ох, ничего себе. Вообще жесткие пэты какие-то. Да, у меня... Так, ладно, я сейчас зайду. Так, здесь что значит делать? Вот, прокачивать можно. А, может, могу себя прокачивать? Скорость себе здесь апгрейдить? Да, смотри. И еще и пэтом. А, на пэтов не хватает. А, ну классно, слушай, да, ну, вот скорость я тоже себе... сейчас прокачаю. Например, вот пэт спит. Я прокачал им скорость. Офигенно, слушай, давай тогда сейчас я быстро гемов подобываю. Ух, ничего себе, у меня водопад гемов выпал. 3000 гемов там что-то дали. Хорош, хорош. А как это? Как это водопад такой у меня? Как его получить? Да, у меня тоже такое бывает, но не знаю, как его сам получать. Я вообще не понимаю, как их получать. Жесть, как быстро у меня все мои пэты добывают. Так, ну ладно, давай попробуем тогда прокачать. Что еще прокачаем? А, скорость пэта можно прокачать. Себе скорость прокачаю немного. Что-то еще тут могу. Орбс. Да не знаю даже, что. Вот это все буду прокачивать. Во, нормально, сейчас посмотрим. Хорош. Теперь пэты у меня еще быстрее стали добывать, слушай. У тебя тоже так же? Ну да. А, ну у тебя вообще там 6к, да. У меня 400 тысяч уже. Так, ладно, пошли, открываем, ребят, следующую локацию. 75к. А, пляж какой-то. А ну, это... смотри, вот тут еще один апдейт. А, еще апдейт есть. Ладно, давай посмотрим. Я тут сундук нашел, 90 тысяч в нем. И они быстро мне его открывают, смотри. А у меня один вот этот пэт вообще быстро его открывают. О, ничего себе, так, я 4 так насылаю, что... Блин, а чё водопад уже? До этого у меня был какой-то водопад, сейчас уже нет этого водопада. Так, ну ладно, побежали и посмотрим, что здесь. А, фьюзать можно, их объединять можно, да? Вот этого, допустим, вот этого, нет, вот этого. Нет, надо именно одного, вот одного любого. Именно несколько штук такого же типа. А, такого? Нет, они все выделяются, смотри. Может, хороших быть поэтов. Так, но там все равно 2500 надо гемов, а мне не хватает гемов. Так, кто это? Луи прибежал, походу, да? Да, Луи, здорово, бро, тоже. Опять видосик попал. Так, ну окей, давай дальше. 400к, я могу, в принципе, открыть локацию следующую. А, ты уже открыл? Я тогда тоже открываю. 400 тысяч, ребята, и мы на следующей локации. Так, хорош, а Луи, что у него тут за... У него какие-то золотые все. У него какие-то золотые тоже. А тут еще смотри, апдейт было. Да-да-да, тут... А, нет, вот здесь уже можно делать радужных, а там я забыл что-то. А их как делать? Сколько надо? А там тоже, вот видишь, тут шанс, как можно сделать. Вот, видишь, у тебя только один. О, лучик, давай, принимай. О, лучик хочется, на, и у меня только такой вот. Нифига себе, 47к! Жесть! Офигеть, даже у меня таких нет. 69, прикинь. Очуметь, вот это он мне дал. Ну я сейчас тебе тоже подарю. Ты прикиньте, посмотри, какие. Это жесть просто. Повезло, что повезло. Сейчас я тебе тоже подарю. Давай, одного такого тебе подарю и одного вот такого за 65к. Нифига себе. Да. Эй, все, ничего. Держи. Ты мне надо было простых дать, я бы их там объединил, что-нибудь с ним сделал. Да, у меня есть, кстати, давай еще раз тогда. Офигеть. Спасибо, Лу, спасибо тебе, Луи. Не, это не лучик, это не лучик.
Ну, а он в УИ вообще, у него ник в Ютубе в УИ. Я знаю. Так, я пошел уже на следующую локацию. Уже 700 тысяч уже, ребят, ё-моё, вот это мы с тобой добываем. Спасибо, конечно, подписчикам за то, что... О, смотри, золотой сундук. Ой, я тебе помогу. А все, я уже добываю. У меня миллион уже, прикинь, 1 600 000. Давай, покупаем, мы сейчас быстро прокачаемся. Луи, ты лучший. Ну, спасибо, да, крутых пэтов подарил. Просто. Ой, я прыгаю вместе с ним. Все, мы, короче, это что, какая-то... зимняя локация, что ли? О, у меня водопад, о, круто. О, водопад из гемов, короче. Блин, вот. В Правостарсе бы так было, водопад из гемов. Да, у меня... Все, дальше я уже не покупал. Следующая за 5 миллионов. Уже 5 миллионов локация стоит, ну просто жесть. У меня еще чуть-чуть, и я уже смогу ее купить. Что? 1 миллион 400 тысяч хп у сейфа, а они просто его сносят втроем, как не знаю что. Сейчас, я куплю эту локацию и тоже к тебе двигаю. Следующую локацию, кажется, сейчас куплю или нет. Ох, жестко. Да, я вот нашел за 245. Нет, я не могу, мне еще 5 миллионов надо. Чтобы на следующую локацию. Надо попробовать пэта какой-нибудь купить, он за 9 миллионов. Во, я тебе 1 400 000 сейф нашел. Вот, я тебе еще помогу. А все, я его разбил уже. Я тоже там тебе помог немного. Жестко, вот это жесткий, конечно, здесь. Смотри, локация вообще. Просто, если бы сейчас... Не лучик, ты бы с теми пятами бы бегал. Ну, мы бы сейчас совсем нубами были. Спасибо, Луи, конечно. Лучик, да, нормально нам занес. Лучик лучший. Все, я открываю локацию нашу. Да, я тоже. Ух, жесть. Ой, сколько мы уже локаций с тобой сегодня прошли? Офигеть. 50 миллионов, нифига себе. У тебя? Нет, тут там локация стоит. А, дальше? Ну, тут, наверное, какой-нибудь сейф будет. О, тут золотой сейф. Да, я вижу. 500 тысяч, ну это слабый какой-то. Да, это слабенький. Вот, да. Тут есть какой-то сундук с 3 миллиона урона. Давай вместе его добываем. Офигеть, мы даже все вместе не можем, ну так тяжело. Смотри. Много. Жестко. О, 1 миллион наш. Вот этот какой-то супер. Давайте, моя армия. Ну, сейчас мы добудем быстро вдвоем, смотри. О, хорошо. Миллион, да? Миллион, по-моему, дали. Я попробую прокачаться сейчас, апгрейд сделать. Так, что сделать? Я даже не знаю. Я могу новую локацию купить. Да ты чё, так. Да, у меня силу, же есть. Силу, короче, я этим прокачиваю, пэт. Блин, а я же долго сейчас идти буду, о боже. Короче, я всё, на что хватает, я всё прокачиваю. А чё, если здесь вот апгрейд попробовать сделать какой-нибудь? Ну, типа, из многих пэтов можно сделать одного крутого. Я попробую тех, которые у меня не выбраны. Допустим, вот эти вот. Вот эти вот. Зафьюзить попробовать. О, объединил. И чё? Ничего. Там какие-то два... А, так вот тебе за 69 тысяч, кажется, дали. Нет. Вот он, за 885, вот еще. Ну-ка, за... давай-ка я попробую. А, ну, три пэта минимум надо объединять. Нет, ну, вот не это три, вот. А три... Три минимум. Мне не хватает алмазов теперь. Мне тоже не хватает. О, у меня получилось Rainbow Pet'а сделать. И что он дает? Ничего. А, 400 просто, 13% шанс. Вот, видишь, не надо! Ты просрал пэта. Серьезно? Да ну нафиг, как это так? Чё за жесть, а почему? Типа у тебя не получилось сделать, фейл. То есть надо, это так работает, должен быть шанс большой. Да, это рандом. Ай, да, дерьмо, блин, я-то думал, это как-то круто, А не, ну ты же не просрал, ты просрал вот этот дом? Просрал самого крутого, до минуса этого, который... О, соболезную пипец. Тебе. Просто пипец. Блин, Луи мне подарил пэта, а я его профукал просто. Я думал, что просто я плачу гемы, и он у меня становится. О, нет. Вот новая валюта, смотри, какая-то 25 миллионов, и другая валюта какая-то тут. Блин, ну как так? Чё ты мне раньше не сказал, что надо было какого-то обычного пэта взять и попробовать на нем испытать сначала. Я тебя ждал, пока ты там бегал. Раз, 3 часа. Раз, два, три. Все, нет. Нифига. Чё, пойдём. 250 миллионов. Нифига себе, ну пошли его добывать. Давай, сколько урона? Жесть.
Господи, нам должны сразу миллиард дать тут. Слушай, мы, блин, у меня еще пэты какие-то слабые. Теперь мы вообще тут будем добывать с собой жесть как долго. Ну, кому нет, дают. Да, уже по 500 тысяч дают, да? Да. Ох, как 700. Много. Ой-ой-ой. Нет, ну, это круто. Надо пойти просто пэтов, наверное, купить нормальных таких себе. Ну, мне не надо, мне нормально. Ну, нет, я имею в виду вообще, чтобы дальше потом. Но это все равно медленно, мне кажется, надо. Надо круче пэтов покупать. Ну что, четвертый пэт сильный, но у меня нет четвертого. Сундук, 200 миллионов у него хп у этого сундука, ребят. А, давай сделаем так, пока они дамажат, мы сейчас немного денег подзаработаем и пойдем экспериментировать, открывать яйца. Не, я думаю, уже надо в следующем видео это делать. И так мы уже с тобой слишком долго снимаем. Давай, наверное, в следующем видео, ребятки, если прожмете лайки, там мы с Кирюхой запишем следующую серию обязательно. И посмотрим, что там. Надо вообще, я думаю, что объединить каких-то пэтов. Попробовать, да? Попробовать крутых пэтов, сделать их. А если, допустим, бесконечно вот так объединять? Вот они сначала такие становятся, потом какие-то радужные. Это бесконечно можно делать или как? Ну, я не знаю. Надо, короче, давайте, ребят, в следующей серии пойдем с Кириллом покупать крутых пэтов каких-нибудь там за миллионы. И посмотрим, что у нас думаю, с этого получится. 100 миллионов, я думаю, максимум надо. Потому что другие слабые. Ну да, наверное, минимум за 100 миллионов надо какого-нибудь пэта покупать. Ну вот. Что, с вами был Максим и Кирилл. Всем удачи и всем пока. Пока, ребят.